промежутке между майскими праздниками нашим детям точно есть чем заняться. С самого утра до вечера их ждет большая перемена. Международный фестиваль театра для детей закончится в четверг. Пока же есть время успеть на все, что он предлагает. Это многочисленные мастер-классы, например, по созданию мультфильмов или проектов Музея современного искусства под названием «Чердак», когда каждому и родителю, и ребенку выдаются краски, ножницы и бумага. Вместе под предводительством опытного проводника в мир искусства они клеят и вырезают фантастических драконов и прекрасные замки. После творческого извержения предлагается, собственно, просмотр спектаклей. Сегодня, например, на сцене «Молот», «Принц» и «Дочь великана». Про любовь, про мальчиков и девочек, про отношения между разными людьми, про поколение, про приключения, про испытания. Вот такая вот история. Ну, принцу придется побороться с папой дочери? Ну, а как вы думаете? Иначе зачем же она дочь великана-то? Завтра спектакль из Словении. На московском фестивале «Перемены» во время показа «Осторожно, лось!» яблоку негде было упасть. Так молниеносно разнеслась слава о потрясающей постановке. Актер, задействованный в спектакле, виртуозный аккордеонист. После показа вечером в Перми организаторы обещают устроить сейшн с участием артиста. У нас 4 числа после всей программы фестиваля будет концерт на сцене «Молот», и можно прийти на этот концерт. Это бесплатное мероприятие. Для этого не требуется покупать билеты. Он будет играть на аккордеоне и петь песни. Потанцовывать будет можно и нужно. Большинство спектаклей детскими все-таки сложно назвать. Скорее, это постановки для семейного просмотра, после которого родителям и детям есть о чем поговорить. Закроет же фестиваль спектакль из Мариинска. Его режиссер Петр Зубарев наконец откроет нам глаза на рыцарей и принцесс. В прошлом году в Перми мы показывали спектакль Петра Иванова «Сердце». В этом году, наконец-то, мы сможем узнать, чем мальчики отличаются от девочек, и что для девочек интересно, что интересно для мальчиков. Вот в этом спектакле о рыцарях и принцессах, который, наверное, объездил весь мир уже. Сегодня в Пермской филармонии концертная программа, посвященная Дню Победы. Фронтовые песни, те, которые согревали наших дедов в промежутках между боями, можно будет послушать в 3 часа дня. Свежеоткрывшийся музей пермских древностей распахнул свои двери для посетителей. Их ждут встречи со старыми знакомыми. Так целые поколения пермяков помнят экскурсии со своим классом по старому краевому музею. Новый может похвастаться расширенным количеством экспонатов. Их около 1500. Сюда входят и ранее не выставлявшиеся экземпляры. В общем, добро пожаловать на встречу с теми, кто жил 250 миллионов лет назад. Благодарим за помощь в подготовке информации Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций.